Включим. Он будет подготавливаться 10 минут. Там таймер будет. Там компьютер. Поэтому сейчас мы его заранее включили. А так у вас будет 10 минут, надо будет ждать. Компрессор включается сразу. Вот вы, как бы, чтобы он не шумел, вы включаете только как при заборе. А можете мне дать, чего, куда забирать вот озон? А, озоновый пакет. Хорошо. Да. Сейчас мы сделаем набор. Чуть-чуть, только много не надо. Это сейчас. Да, чуть-чуть. Вот. Да. Ну, просто мы покажем, как можно он этот самый. Вот стульчик еще. Значит, да, компрессор должен быть рядом с этим компьютером. Вот это включено. Но его, опять же, не обязательно в кабинете. Его можно вынести вообще из кабинета. Вы пошли. Забрали озончик, в кабинет принесли. Ну как бы. У нас вообще стоит он отдельно в коридоре. Ну как бы между. Вот эта вот концентрация, мячик должен быть на параметре в районе двоечки вообще. Как это делается? Когда включается озон. Да, мы один раз его отрегулировали. Оп, видите, я чуть-чуть сделал сильнее. Теперь его опускаю. Вот так. Два с половиной, два. Это концентрация. Вот тут я это делал, отпускал чуть-чуть, да? Да. Ну это один раз вам отрегулировать. Вот мы сейчас это отрегулировали. Ну, его один раз регулируется, но иногда сбивается. Там, да? Поэтому, когда сбивается, вот вы должны для себя знать, что где-то, чтобы правильная концентрация медицинская, это 2-2,5. Должна быть на двоечки, зону. На регулируется очень видите, легко. Красная, он в красную зону, в зону, если вышел, не дай бог, шарик. Значит, уже концентрация. Ну, очень большая концентрация. Вот, видите, в зеленой зоне. В зеленой зоне должен быть. Все на двойке. 2-2,5. Меньше двух, это чуть-чуть меньше. Это медицинская концентрация, которая как бы нам нужна. Но вот. Опять же, вы еще концентрацию... Озоновый аппарат никогда нельзя ставить на бок, лежа. Они должны только стоять. Там что-то внутри смешивается, потом плохо. Да, вот он как бы накрывается. Ну, как бы вы можете его там, да, вот эта часть, в принципе, если там... Набрали в пакет. А, ну давайте, пока. Давайте я наберу. Да, наберу, покажу вам. И смотрите, единственное, вот сюда вам нужно будет подойти, как бы, чтобы увидеть. Или развернуть как-то. Я сейчас давайте. Этот, может быть, снять, пока развернуть к нам всем лицом, потом мы опять поставим. Это нам не нужно. Это для липолазера потом. Это для липолазера пока, да. Давайте я сейчас разверну вам, чтобы всем было видно. Меню. Значит, ну, естественно, обучение озонотерапии сейчас не будет. Я просто покажу, как этот самый подкожно. Ну, в принципе, 5 это такая средняя концентрация для подкожного введения. Да, вот у вас она, в принципе, стоит. Вы можете ее поменять. Как мы поменять можем? Плюсиком. Вот. Вот это сейчас нажать. Вот видите, я шестерочку, семерочку, восьмерочку, девяточку. Минусиком. Оптимальная пятерка. Пятерка для подкожного введения, такой антивоспалительный эффект идет. И этот самый липолитический эффект, он больше 10 уже идет. Но там, опять же, увеличивается липолитический эффект. По обучению вам обязательно это, расскажется. Да. Там как липолитик вы можете вкалывать его, как разрушение жира. Можете как противовоспалить. Но противовоспалительная пятерка вот самая она. Все, остальное все у вас, в принципе... А можно капельницы озоновые делать? А почему кислород закрыт? Он должен быть закрыт у нас или открыт? Я уже не понимаю. Нет, это когда старт нажимаете, он будет открыт. Все, да, старт. Сейчас все. Продувка сначала, подождите. Да, идет продувка, все, и он, видите, набирает. Все, концентрация кислорода, и это озона, все, идет озонирование пакета. Вот сейчас он набирается в пакет. Эти пакеты где мы? Мы вам дадим, в принципе, вот этот... Мы вам один пакет дадим сразу, ну, чтобы у вас был, даже, может быть, два. Чтобы вы работали. А потом, если у вас, не дай бог, он... я сейчас тоже объясню немножко, как он может испортиться. Слушайте, а если вот когда внутри вены делается озон? Это обогащается, вставляется игла. Да, у нас такая есть игла. Да, специальный набор игл я могу вам дать. А тут какие показатели должны стоять? Это при обучении вам рассказывают, потому что у нас, например, медсестра там обучалась, там разные. Там, естественно, опять же, мерить нужно вот этот самый концентрацию вы первый делаете, раз проверяете. Ну, от 2,5 там. А Валентины Павловны нету сейчас, да? Да, от 2,5 до 5. Сейчас ее нету? Нету ее сегодня. А. От 2,5 до 5 до 8 она обогащает. Где-то минуту-две. Озоновый вот этот вот. А медсестра это делает? Не анестезиолог? У нас медсестра делает. Да, она специально обучалась. У нас медсестра даже не документ специально по озонотерапии внутривенно. Вот, она прямо у нас. И она вас диплом. Тоже может обучить, но я. Смотрите, я вашего сотрудника. Я не набираю сейчас весь пакет, я, видите, набрала вот, просто чуть-чуть. Вот. Я набрала. Да, вот смотрите, вот я набрала чуть-чуть, ну, не набираю сейчас полностью этот пакет. И вот, и, ну, можете понюхать чуть-чуть. Ну, я просто верю, чуть-чуть. Я верю. Значит, смысл в чем? Да, озон желательно так не нюхать. Все, и самое важное... Самое... Проверить. Мало ли, скажут, набрали воздуха. Самое важное, что обязательно, если вот так вы попользовались пакетом и не сбросили... Потом
озон сюда? Его окислит очень быстро, и пакет испортится. Да. Нужно обязательно весь озон в сброс. И в конце, вот, например, вы набрали полностью пакет, по-моему, так, да? Вы весь пакета. Не использовали. Вы его раскололи, да, пол пакета. Ну, я просто сейчас набрала минимум, чтобы показать, что он набирается. А, это да? Для подкожного, да? Да, получается. Вы взяли шприц. Ставили иглу и себе набираете озон, сколько вам надо. И делаете мезотерапию озона. Но это не для внутривенного. Нет, внутривенного для... идет две иглы, сброс и озон. Вставляется одновременно в этот самый физраствор. Вот у вас физраствор стерильный, да? Угу. Внутривенный. И вы вставляете сразу две иглы. И обогащаете минуты две. Вот то же самое. Этот физраствор. Минуты. Физраствор. Обогащаете озон. Ну, это ладно, это уже... Да. Я просто советую внутривенно. Да, да, это обалденно. У нас целый уже... есть поток клиентов, которые ходят на озоновые капельницы. Эту концентрацию может менять. Понимаете, я вам сейчас скажу одну концентрацию. Вы что, будете одну концентрацию всех это, а там можно менять ее. Ну, просто у нас в клинике под контролем анестезиолога это все происходит. Да, но анестезиолог, он в принципе, да, он может даже... Ну, а сейчас другой анестезиолог, да, у вас? Ну, это может делать медсестра. Да, но это медсестра делает у нас. Ну, специалистки так далее. Да, вы можете отправить ее на обучение. Угу. И она там за 1-2 дня обучится. Да, это потому что целая технология. Она даже проверяет. На... Вы даже можете ее, если захотите, вы можете отправить ее прямо в медозон, а не обучают. Вот но у них там раз в полгода, по-моему, курс, ну, знаете это сами. Государство просто. А если вам просто научить, то вы ее пришлете к нашей медсестре. Нашей медсестре заплатите, ну, там, скажем, она небольшую диплом сумму, не выдаст, она диплом не выдаст, но она научит, расскажет, практика, как делать, да. Покажет, как пользоваться. У нас точно такой же аппарат стоит. А это для подкожного. Вот я вам сказала, я вот, например, работаю, начинаю с пятерки подкожного. Вот эти прыщи все проколы, на пятерке вам будет достаточно. Там начать как этот самый противокуперозный эффект, то же самое на пятерке вам будет достаточно. Ну, начинающий, да, там. Вы можете увеличивать уже по ощущению, да? Там. А подкожно вы просто из этот пакет иглой прокалываете? Иглой, а просто шприц не без иглы, просто вставляете. Вы дайте шприц. Вот, давайте. Вот вы его, раз. Единственное, вам нужно озончик сюда подтащить. Вот он, да? Угу. И вот так вот набрали. Он тяжелый газ. Вот эта часть, он уже в шприце. Ну, захватили же с нюхами. Вот. Все, да. Ну, чуть-чуть вот вы вот. И потом просто иглу вставляете. Да, иглу вставляете и начинаете прокалывать. Все, это элементарно. Вот, это... В конце процедуры, вот у вас немножко осталась озона, да? Вы что делаете? Вы сбрасываете. Вы просто, у вас выключен аппарат, выключен, да, у вас не на старте. И вы сброс, просто на сброс берете вот так вот и механически его сбрасываете. Все. И он уходит у вас обратно. И вот после процедуры озона обязательно удостоверить. Тогда этот пакет у нас в клинике служит там полгода минимум, а то и больше. Но если вы это да. Сделаете. Если вы не сбрасываете, озон начинает окисляться, и он становится такой оранжевый внутри. Видите, потом... вот, главное, чтобы он работал вот это и механически. Если будет выключено, вы его не сбросите, он будет не сбрасываться. А когда он включен, хорошо. Он будет засасывать вас его. Понятно? Все, вот это вот единственное, вот обязательно надо сделать после, да, чтобы не испортился пакет. Все. Ну, мы вам парочку дадим. Понятно? Пакетов, а там потом разберемся. В принципе, главное, чтобы если он включился, нужно 5-10 минут подождать этот компьютер. Мы приходим обычно... Ну, там таймер, вы увидите. Это вы таймер обратно вообще. Перед работой. Понятно? Вот сейчас шарик со временем он опустится, когда он будет выключен, потом он поднимется. Значит, тут главное, чтобы стоял на двойке. Да. Ну, между двойкой и тройкой, 2,5 и 2. Да. Не в красной зоне. Вот. А если он ниже упал у вас изначально и не поднимается, вот здесь чуть-чуть нажимаете, вот так как освобождаете, и он резко взлетит наверх. А потом опустить его пониже, вот тут отпускаете, да. И подкручиваете колесико. Да, один раз вам это сделать нужно, потому что вы перевезете, сейчас включен, выключен, и вам ну нужно да. будет один раз это сделать. Ну это я проверю, а там уже будет все так, хорошо. Так, можно обратно.